Решил я, значит, почистить головку на своем видеомагнитофоне. Причина была такова, то что во время просмотра фильма вверху экрана была вот примерно как здесь рябь сейчас, была вот такая ребристая полоска и не уходила она никак. Вот. Ну, решил я почистить головку. Там вот есть такие окошечки. Вот у меня под пальцем. Ее видно. Вот их нужно почистить. И в принципе все нормализовалось. Вот. Ну и заодно я, в принципе, смысл видео в том, чтобы продемонстрировать, как кассета загружается, как перемотка, как стоп работает. Потому что мне самому это было очень интересно. В закрытом видеомагнитофоне обычно этого не видно ничего, а тут, ну, сам Бог велел, как говорится. Итак, вставляем кассету. Ну, довольно-таки сложный механизм. Так, play. Новый суперспорник «Союз-21». Нажимаю, пленочка прижимается к головке, и все пошло. Артистов свободных, спасибо за веки, великий союз. С «Союзом-21» 21 век. Вот. Ну, это вот пленка просто, вот эта полоса, это от пленки, она сейчас пропадет. Очень искренне новый альбом Владимира Кузьмина «Грешный ангел». Вот, значит, стоп. Что происходит при стоп? Немножко отжалась пленка от головки. Но головка крутится, но уже без натяга пленка. Дальше play опять. Пленка натянулась. Союз представляет и пошло крутиться кассета. Так, пауза. Так, на паузе ничего не подтягивается. Так, перемотка во время воспроизведения. Вперед. Перемотка. Нет, не ослабляется тоже пленка. Так, а теперь перемотка после стоп. Быстрая. Ой. То есть получается пленка трется об головку всегда, что ли? Или даже во время перемотки? Ну, короче, цель достигнута. Головку почистил. Изображение теперь нормальное. Вот так. Все, спасибо за внимание. Да, забыл показать, как выходит кассета. Вот так. Вот теперь все.